Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. В районе объездной дороги участка трассы М2 Крым в Курском районе сотрудники МЧС отрабатывали действия по ликвидации последствий аварии на объектах электро- и теплоснабжения. Помимо этого, спасатели провели учения по устранению нарушения пропускной способности на автомобильных дорогах ввиду возможного изменения погоды в худшую сторону. Представители служб экстренного реагирования, жизнеобеспечения, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, сотрудники ЕДДС Курска и Курской области также приняли участие в тренировке. В рамках учений прошел смотр спецтехники и был представлен подвижной пункт управления ГУМЧС РФ по региону, временный пункт размещения пострадавшего населения, оборудованный всем необходимым на первое время. По легенде учений, из-за плохой погоды случилось ЧП на крупных объектах ЖКХ. По той же причине на трассе столкнулись грузовик и автобус. В результате учебного ДТП случился пожар. Есть условные пострадавшие и погибшие. Образовалась автомобильная пробка. Слаженная работа всех служб позволила ликвидировать условные негативные последствия случившегося в кратчайшие сроки. Представители ДПС регулировали движение транспорта, спасатели тушили пожар и извлекали погибших и пострадавших из машин и передавали медикам. Мотовзвод МЧС организовал подвоз еды, питья и других предметов первой необходимости людям, оказавшимся в заторе. Мы увидели с вами, что в целом весь необходимый комплекс мероприятий выполнен, и силы и средства прибыли, соответственно, вовремя. Мы сегодня увидели здесь с вами и спасателей, и службы медицины катастроф, и сотрудников полиции. И мы увидели здесь и основную технику, и инженерную технику. И увидели тягачи, которые вот, они будут очень своевременны для того, чтобы проводить вот, тяжелые виды работ. Ну и, конечно, для нас очень важно, когда на таких мероприятиях возникают заторовые явления. А это люди, это техника, поэтому мы здесь использовали еще и задействовали квадроциклы, снегоходы для того, чтобы пообщаться с каждым, поинтересоваться, какая нужна помощь, и мы готовы здесь эту помощь оказать. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.